Вновь прогулки по тех этажам с обозреванием внешних видов. Приметы какие? Замки сломанные, операторы связи. Ну, да, это он, мой любимый оператор. Никогда двери не закрывают. Заходи, кто хочешь. Бери, чё кому понравится в свободном доступе. Ну, просторный ящик-то, да, просторный. Много чего еще можно ставить. Телевидение предоставляют вектор. Вот. Два коммутатора, оптический кросс. Ну, патч-панели не используют от слова совсем никогда. Ибо нафиг не надо. Вот так вот интернет от РТелекома и приходит.